Это канал Great Review. Великий обзор, ну да. И год 1991. Увлекательное, детское, прям для всей семьи приключение Тинтина. Мини, ну как сказать мини, это сериал, мультисериал. 1991 по 1992. Всего было 3 сезона. И они были волшебны. Как приятно пересматривать эти замечательные приключения еще на Первом канале. И продолжение было. Некоторые серии, конечно, я не смотрел, но с удовольствием пересматриваю их. Ведь роли дубляжа были Андрей Казанцев, Владимир Парапонтов. Ну а уже зарубежные французские. Колин Амира, Тера Вимон, Кристиан Полисье, Анри Лебесьер, Ив Барсак, Жан-Пьер Мулен и другие прекрасные актеры дубляжа. Режиссер Стефани Бернскони. Главный герой мультсериала – молодой газетный репортер Тинтин, а также его собака Снежок, такая миленькая пусечка, няшечка, белый фокстерьер. Благодаря своей профессии Тинтин путешествует по всему миру и становится участником увлекательных приключений. И да, друзья, и мы тоже будем участниками его мульт-увлекательных приключений. Я обожаю истории про Тинтина, я посмотрел все, и даже фильмы, и игры. Обязательно пересмотрите, друзья, и это отличное настроение, это взгляд в прошлое, это взгляд в детство. Это шикарные приключения, замечательный мультфильм. 9 баллов получает от меня, это Тинтин и его приключения. Ставьте лайки или дизлайки, друзья, подписывайтесь на канал и помогайте на развитие канала. Любой монеткой буду очень признателен. И адиос.